Всем привет! Приветствую вас на нашем канале. Меня зовут Денис. Привет, меня зовут Тарас. И сегодня мы поговорим о такой теме. У вас потек аквариум. Поговорим на примере морского аквариума, который у нас действительно вот на днях потек. И что с этим делать? Итак, сначала дадим классификацию, потек ли он и каким именно образом потек. И про это расскажет Денис Александрович. Но прежде чем мы к этому приступим, если вы заметили, что вокруг вашего аквариума образовалась лужа, то прежде всего по технике безопасности нужно выключить все электричество, отключить, потому что вода и электричество чревато бабах. Итак, первый вариант. Если у вас образовался кальциевый налет или кальциевая дорожка, такой может быть вариант. Второй вариант. Да, может такое быть, да, действительно может быть. То есть вам надо тогда взять тряпку, взять осмотическую воду или уксус и протереть как следует вверх, обнаружить, где эта вода уходит, и удалить это. Такое бывает достаточно чаще, чем можно подумать. Второй вариант – это у вас течет вода по треснутому стеклу. Это самый опасный вариант, самая большая авария. Что надо делать? Тогда надо максимально быстро разобрать аквариум, удалить с него всю воду, потому что трещина по стеклу может просто раскрыться, и это все окажется у вас на полу. То есть времени очень мало дает вам аквариум в таком случае. И третий случай, это наш случай, когда потек шов, силиконовый шов потек. То есть этот случай дает какое-то время, какие-то часы, как было у нас в нашем варианте. То есть мы кладем тряпки, если есть возможность, подставляем ведро и предпринимаем действия. Какие предпринимали действия Денис Александрович мы? Давай расскажем. Да, у нас случилась ситуация, у нас у клиента потек аквариум 100 литров. Они нам сообщили, то есть мы собрались, взяли с собой ведра. В 6 часов утра они обнаружили лужу возле аквариума. Так как мы увидели фотографию, что потек именно шов, мы взяли запасной аквариум, мы взяли ведра и помчались. Да, приехав на место, мы увидели, что аквариума уже не хватает воды. Соответственно, мы приступили к демонтажу аквариума. Но прежде всего мы установили аквариум, который мы привезли, в новом месте, дабы это все туда перегрузить. Второй пункт. Затем мы слили воду, то есть и вам как бы совет максимально спасти чистой воды до того, как вы будете вылавливать рыбу, до того, как вы будете доставать грунт или декорации, вам нужно слить максимальное количество воды чистое, чтобы она была чистая, без мути. Затем уже в самом конце вам надо выловить, мы делали так, мы выловили рыбу, посадили в ведра ее. И только потом мы достали камни, у нас камни склеены в некую композицию. Денис их достал. Мы перегрузили их в новый аквариум. Грунт мы советуем выбросить, то есть не использовать его в новом аквариуме, потому что он может дать фон, он может дать нежелательный аммиак, и могут кораллы и рыба погибнуть. Поэтому грунт мы выкинули. Ну, желательный, нежелательный аммиак. То есть мы категорически советуем грунт, который уже побыл в аквариуме даже несколько месяцев, уже выбрасывать. И сыпать новый грунт, потому что у нас есть очень-очень нехороший, очень дорогой опыт. Поэтому мы бесплатно его дарим. Затем было нами установлено оборудование в новом объеме. Залита туда живая вода, все, что мы сохранили. Без нежелательного и желательного аммиака. Да, мы подключили оборудование и выпустили рыбу, проверив, чтобы все работало, функционировало. После... Используйте покровные стекла, рыба после таких пересадок очень может прыгать, может нервничать, поэтому мы накрыли все еще покровным стеклом. После чего мы пришли к потекшей емкости и начали анализировать, что с ней делать. Так как аквариум уже более 6 лет, нами было принято решение не сохранять эту емкость. Ну, я можно скажу? Конечно. Я скажу. Я не знаю, как клеить, чинить, латать силикон. Поэтому, как я понимаю, его надо заново расшивать, его надо заново склеивать, делать новый аквариум. Поэтому, если у вас есть методы, если есть способы рабочие, как можно вот по живому шву или по живому, может быть, стеклу заклеить его, пожалуйста, делитесь в комментариях. Мы приняли решение, что этот аквариум нужно утилизировать и вместе с ним тумбу.
Тумба, да, тумба, она вздулась, пошла трещинами, поэтому мы ее тоже как бы... Тумба из ДСП. Вот. Ну и у вас есть время подумать, какой аквариум, может вы больше хотите, может другой формы. Пока из запасной аквариум стоит рыба и кораллы, мы планируем новую емкость. Да, и наши советы, лучше морские аквариумы делать с черного силикона, так как в морском аквариуме, в морской воде растет водоросль кораллина, которая под прозрачный силикон может зарастать, тем самым повреждая его. То есть черный силикон обезопасен. Он обезопасен. Используйте, пожалуйста, черный силикон в морском аквариуме. Надеюсь, видео было полезным. Спасибо за внимание. Желаю вам только крепких аквариумов. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пока-пока.